Всем привет! Зеленые деньки продолжаются. И 6,5 миллиардов USDT именно на такую сумму ждут ликвидации шорты по 69 тысяч, друзья. Так что дисклеймер, не финансовый совет, но все ссылочки, как говорится, в описании. И сейчас мы с вами будем смотреть Кевина Свенсона новое видео. Сразу после того, как я напомню, что на бирже Pionex сейчас идет крышесноснейшее соревнование с бонусами на депозиты. Бонус $50 на депозит в 100, бонус $100 на депозит в 200. Настоящий тезер. Торговля не только к доллару, но также к биткоину, к эфиру и к солане. Ребята, на фьючерсах торговля альтов к альтам. То, что мы ждали 1000 лет. Фьючерсный бот, который торгует вообще в полностью автоматическом режиме. Вот я запустил еще один фьючерс-бот по солане. Посмотрим, как он будет торговать сеткой. И, в общем, много всяких ништяков. Также торговля и руками, и головой, конечно же, естественно, в первую очередь. Поэтому обязательно, ребята, переходите по ссылке, кто еще этого не сделал, получайте бонусы. А также хочу вам сказать, что у Криптофейса вышло новое видео. Так что залайкайте, завирусите это видео и напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы перевели для вас его, потому что оно, на самом деле, очень полезное. Оно не только для хомяков, оно еще для тех, у кого белочка. Да, и что тут скажешь? Криптофейс легенда, торгует он очень круто. И он говорит, что, по-моему, пришло время уже, как говорится, это, закидывать удочки. Так что, ребята, переходим к просмотру Кевина Свенсона. Биткоин у нас с вами пока не видит никакого вообще сопротивления. Эфир USDT видит сопротивление на 2800. Но все равно, тем не менее, я думаю, что мы увидим 3200. Напишите в комментариях, как думаете вы, увидим мы 3200 или все-таки 2400 по эфиру. Ну же давай, выбирай, что ты выбираешь? Я выбираю! И то, и другое. Достал! И что, скоро увидимся на следующем стриме, так что не отключайтесь, добавляйтесь, вот, и приятного просмотра. Это кое-что, за чем всегда нужно поглядывать, потому что структура дневного RSI – это очень говорящая вещь. Когда мы пробиваем такое, это обычно соответствует огромным движениям наверх, и, соответственно, биткоин ожидает следующего толчка наверх. Привет, ребята, это прошлое видео, которое было на этом канале, и биткоин выполняет именно то, что мы обсуждали. Он пробивает сопротивление нашего восходящего треугольника. Вчера в Твиттере я сделал вот этот пост об этом, когда мы сидели под 61 тысячей. Диаграмма из учебника. Как получить цель восходящего треугольника? Измеряем высоту, помещаем на зону пробития. И это то, что у нас здесь есть, и это дает нам цель в 68 050. И также в прошлых паре видео и многих твитах мы говорили о пересечении MACD наверх, и сейчас у нас есть продолжение, позитивный импульс нарастает. И у нас также есть очень важное пробитие сопротивления на RSI. Эти пробития нисходящих линий тренда на RSI очень важны, как мы обсуждали. Они обычно являются тем, что сигнализирует об основных импульсах наверх. Помещая вертикальную линию на каждую из этих зон, вы видите, что каждый раз у нас было существенное движение наверх. Дневная структура RSI – это один из самых надежных сигналов, по моему мнению. Это краткосрочная цель – 68 050. Теперь я хочу поговорить кое о чем еще. Я создал кастомный индикатор, и он называется «Лента идентификации тренда». Его публично нет на TradingView почему-то, они не позволяют это сделать, но все мои подписчики в Твиттере, эксклюзивно для подписчиков, смогли получить ссылку на этот индикатор. Вот она, лента идентификации тренда. 21 экспоненциальный, 50 экспоненциальный и 128-дневный простой. Это привязано к дневному графику. И причина в том, что он очень точно указывает на основные развороты в тренде. И также помогает сохранять настрой по рынку. Если мы вернемся назад во времени, вы увидите, что есть зоны, как в 2022, когда лента идентификации держала вас на пути на протяжении всего медвежьего движения. Она ни разу полностью не пересеклась наверх. С конца 2021 и до начала 2023. Возвращаясь на 2020-2021, все движение, конечно же, ковид немножко все испортил. 2019, все движение, 2018, весь медвежий рынок. 2017, весь бычий рынок. Он очень хорошо удерживает вас на пути в плане настроя.
для более крупной картины. Возвращаясь туда, где мы сегодня, по большей части этот индикатор держал вас на пути. Было пара мест, которые можно назвать ложными, срывами. Рынок был как бы в затишье. Было достаточно времени, чтобы мувинги сошлись, но он быстро показал сигнал на бычье движение цены. И сейчас мы в зоне пересечения вниз, в траектории уменьшающихся максимумов и минимумов, так что это имеет смысл. Но более краткосрочные мувинги, 21 экспоненциальный, 50 экспоненциальный, вот это краткосрочное облако, готовится к перевороту обратно в бычью сторону. А для всех, у кого проблемы с P2P на Байбите или где бы то ни было, еще сейчас слышу, что много подвесонов, кидосов. WebMyCash – лучший обменник в мире, да что там в мире, в России и на территории ближайшего СНГ. Все направления, ребята, наличные рубли, USDT, USDC, Monero, Litecoin, Solana, Ethereum. Туда-сюда, Сбербанк, Тинькофф, короче, ознакомьтесь, реально супер крутой сервис, особенно кэш-курьеры, которые приезжают к вам домой просто. И... привозит бабки. Перевороту обратно в бычью сторону. Вот этот краткосрочный бычий индикатор. Для того, чтобы получить полный переворот, полный сигнал. Оба быстрых мувинга должны пересечь 128-дневный простой. Так что мы сидим прямо около этого краткосрочного сигнала, который может скоро произойти в следующие пару дней. И если они пересекутся со 128-дневным, это даст нам полный бычий сигнал. Полный бычий сигнал. Его точность склонна быть довольно хорошей. Обычно это отыгрывает довольно хорошо, когда есть полный сигнал. Обычно что-то большое грядет в рынке. Не каждый раз, но по большей части что-то хорошее кроется за поворотом. И если у нас будет следующий бычий крест, я буду смотреть на новый all-time high, когда 21 и 50 экспоненциальные пробьются через 128-дневный простой. Это укажет на существенный импульс, и обычно это помещает нас в позицию для размещения увеличенных максимумов в тренде. И 128-дневный простой – это очень ключевой мувинг сам по себе. У нас там была поддержка в мае, поддержка на нем в марте 2023-го, и также он был сопротивлением вот здесь, в 2023-м. Пока экспоненциальные мувинги не пересеклись с простым, и мы не полетели по баллистической траектории. И сейчас мы прикасаемся к 128-дневному простому, или очень близки к нему. Это потенциальная зона сопротивления, так что не удивляйтесь, если у нас здесь будет рубленное движение. Но в итоге я жду толчка в сторону 68 050, цели треугольника, и если мы это отыграем, у нас может быть 3 тест 128-дневного. Это сценарий, которого я ожидаю. Может быть, небольшое рубленное движение здесь, пробитие до цели треугольников 68 050 и ретест 128-дневного в качестве новой поддержки. И потом рубленое движение перед тем, как, по моему мнению, наиболее вероятно, мы двинемся к новому all-time high. Но я пристально слежу за 128-м и жду переворота уровня 50 в новую поддержку перед тем, как мы пойдем в территорию перекупленности и в итоге дойдем до новых all-time high. Вы можете видеть, что S&P 500 находится очень близко к all-time high. Полное восстановление. Все медведи были полностью вынесены из воды. Это выглядит довольно хорошо. У нас есть срез ставок на горизонте. Вы можете посмотреть недавний индикатор, который я запостил. Глобальный индекс ликвидности также пробивается через свое сопротивление. Так что денежные принтеры медленно запускаются. Я это размещал в Твиттере. Месячный график с биткоином и индексом ликвидности. И каждый раз, когда мы пробиваемся через это сопротивление в этой точке цикла, когда у нас был халвинг, это начало вот этих треугольников, и мы находимся рядом с all-time high. Как только индекс ликвидности пробивается, мы получаем продолжение бычьего рынка, и мы сейчас пробиваемся. Обычно есть пара месяцев отставания за этим пробитием, но у нас уже было пробитие на денежной массе. И биткоин, скорее всего, в месяцах от того, чтобы увидеть новый all-time high. В реальности этот цикл точно такой же, как все предыдущие циклы. Люди просто нетерпеливы. Мы просто висим на all-time high в районе халвинга, рубимся в бок. Биткоин чувствует себя хорошо с месячной перспективы. Отличная производительность. И мы всего в 16 или 17% от нового all-time high. Некоторые эти свечи на пути наверх были около 20%. Многие эти недельные свечи, вот это 15%. За одну неделю вот это 14% за одну неделю. В 2023-м это 26% за неделю. Такие недельные отскоки. Невероятные пампы.
могут произойти. Они происходят постоянно на биткоине, наверх и вниз. Так что наблюдать, как вещи разворачиваются в моменте, против всех ожиданий, это обычно то, что любит делать биткоин. И это то, чего я жду.